У меня есть итальянская дека, сильно разбитая ревнивым женой от голого неверного мужа. О, как интересно. Да. Это уже как Юсупов, там стол, там голый. Да, во Франции отказались делать реставрацию. Ага. Да, сделали на ту скрипку новую деку. Катя мне сейчас играет. А дека лежит у меня. К деке можно приставить еще другую деку. Там ее просто так сделали, что там ее надо все переделывать. Она уделана и разбитая сильно. Я не видела, как их пакуют. Это ноу-хау. Ну, все там в... Этого еще никто не делал у нас. Маску я, по крайней мере. Вакуумная, чтобы она хранилась. Нет, я просто на ней потом сделаю точный гипсовый слепок. А, прям на этом? Да. Вот. Ну, вот она взяла и как даст-даст по голове. И вот это вот все... Что вот, смотрите, не бейте мужа по башке скрипкой. Разлетелось, да. Уж вообще весь низ разлетелся. Во Франции отказались делать реставрацию. Сделали новую деку. Но ее пытались клеить, видишь, тут есть чем заняться в жизни мне. И вот дублировка, имеется в виду, вот это уже кто-то сделал очень некачественно. Угу. Вот это все, соответственно, надо срезать, заново переделывать. Ну, соответственно, еще басовую балку новую. Как раз эта чурочка. Ой, покажи мне же басовую балку, меня интересует. А, она вот здесь вообще бывает. Срезана, да. Это ты мне правильно сказал, басовая балка, я запомнила. Бас-балкин, да. Бас-балкин, да. Что? Классная штука.